Сёмка, с вами Саша, и добро пожаловать в новую серию выживания Майнкрафт. Как вы помните, в прошлой серии я зачистил вот этот особняк. И да, если ты не смотрел прошлую серию, то обязательно посмотри. Ну и в конце прошлой серии я заметил вот там, сзади моего домика, башню разбойников. И как бы я же её просто так не оставлю. И как раз сегодня мы ее тоже зачистим. Получим вот этот флаг, который дает эффект дурного знамения. И пойдем делать в нашу деревеньку рейд. Ну а если тебе понравилась серия, поддержи ее лайком. Если еще не подписан, то подпишись. Напиши любой комментарий, потому что комментарии я читаю все. Но мы погнали. Координаты этого особняка и вот этой башни разбойников я запомнил, потому что мало ли я буду возвращаться сюда, потому что, ну, явно в будущем я еще и со Златой буду делать рейд. Поэтому если я поближе к своему дому не найду ни особняка, ничего, то я буду возвращаться только сюда. Так. Я нарубил немножко дерева, потому что у меня уже есть план небольшой, как я проберусь. Беру один-то там бессмертие. Да, помню прошлую серию. Три-то там и выбить сразу, пипец. Так, берем один-то там в левую руку и погнали. Тарзан какой-то, господи. До чего меня жизнь довела по деревьям, по листве прыгать? Может, мне сезон тарзанности? Что мне в голову приходит, господи. Фу, я в микрофон плюнул. Так, все. А вот и та башня разбойников, которыми сейчас нужно будет под деревьям пробраться. Если, конечно, это получится. Подождите, подождите. Главное, чтобы они меня и заметили раньше времени. Ой. Ой, господи. Блин, я записываю. Я все равно этот момент вырежу. Никто этого не заметит. Чем я это сейчас говорю вообще? Ребят, сос меня заметили. Ой. Пацаны, ну пожалуйста, ну я вас по-братски прошу, ну. Ну будьте друзьями. А. Обеззараживать? На! Где еще стреляет? Здорово! На! Хотя зачем мне это там бессмертие, если я смогу взять щит? И нормально. Так, мне нужно будет построиться наверх, я вообще записываю. Так, здесь мне нужно построиться наверх, на дерево. Вот так вот. А вот там этот чувак с баннером. Ну, я сначала заберусь на эту башенку. Что, я слепой, что ли? Так. А вот теперь можно и простраиваться. Сейчас убьем вот этого чувака с баннером. Ать, нет. Так, сейчас, подождите, постараемся. Главное, не спихните меня, пожалуйста. Я вам этого не прощу. Всего лишь простроиться до вашей крепости. Оп. Опыт забираем. Ну, как вам сказать то, что тут есть что-то полезное? Тут вообще ничего полезного нету. Особо совсем. Я отошел по делам. Ну, наверное, некоторые поняли. И начался дождь. И ночь началась. Так. Заберем крюк. Понадобится.
Остальное можно не забирать. Так. Пацаны. Мне всего лишь один чувак с баннером нужен. Где ты, собак? Блин, я бы сейчас вытащил голема, ну... Их очень много тут. Ну как много? Упс. Ха. Ага. Чё, блюём? Оп, оп. Здорово, пацаны! А! Нежданчик, я вижу пацана с баннером. Подожди! Стой, одного чувака убить. Сдохни, тварь. Да, все, до свидания, пацаны. Пацаны. Я это домой. Я домой. Наверное, с вами мы когда-нибудь еще увидимся, но это будет не скоро. Знамя злодея. Идя в жопу, паук, вот реально достал. Ой, ну, в жопу. До свидания. Настрелялись, блин, со своими арбалетами. 97 минут дурного знамения, хоть оно должно быть и бесконечное, но нам придется попрощаться с этим домом. Так, потому что мы, наверное, еще не скоро его увидим. Я заберу только самое полезное, что мне нужно. Дерево заберем. Пластиночку. Не знаю, зачем мне пластинка. А там бессмертие. Так, зловещий вот этот флаг сюда. Стрелы сюда. Поводки сюда. Ну и... А, пшеницу я тоже выложу, потому что у меня дофига пшеницы дома. Что я могу взять еще? На всякий случай карту заберу с собой. Хотя нет, лодку. Я заберу лодку. Лодка важнее. Ща, подождите. О, хорошо, пошел. Алмазный шлем. Ой. Не забываем, а то бы меня сейчас все обосрали из-за того, что я не взял алмазный шлем. Так, я сломаю лучше две кроватки сразу, а то я уже не помню. Я на одной спал, на двух. Да, это может звучать странно, но я не помню. Отправляемся домой. Долгая, мучительная и скучная дорога обратно. Домик! Ура! А почему я с другой стороны прибежал? Я же обычно должна оттуда прибежать. А хотя неважно, главное то, что я к дому прибежал. Я сейчас потрачу час своего времени, вот реально. Пчелки! Ой. Оп. Поднимаемся. Сколько серий мне были дома? Серии 2, если не 3. Я уже не помню. Пчелки, давайте я вам мед соберу. Хотя нет, у меня сейчас другие планы. Сейчас мы опять будем уходить из дома, только я выложу все лишние вещи, которые мне не нужны. Блин, зритая броня, конечно, в хлам. Ладно, сейчас я выложу все лишнее, что мне не нужно на данный момент. И пойдем в деревню устраивать рейд. Так, вот так. Все, погнали быстрее в деревню. Хотя у меня еще целый 89 минут. Хотя все равно быстрее. Я очень надеюсь, то, что мы выиграем в этом рейде, потому что если моя деревня умрет, я проиграю, я себе этого не прощу. Это будет очень обидно. Блин, я в огне не взял. Ладно, поплывем на лодке. Какая разница, поплыли, да, давайте. Да ёпта, ты будешь плыть, нет? Так, если тут есть разрушенный портал, значит, я уже около деревни. Вот сейчас будут там уже виднеться домики. Там сейчас. Ну? А домики виднятся, не?
Спорт? Вот, видите, там домик виднеется. Если я сейчас подойду чуть ближе к деревне, то начнется рейд. И на этом решится судьба всей деревни. Или я, как лох, просру свою деревню, или все-таки я спасу деревню и смогу в будущем прокачать всех жителей. Если идти, то идти до конца. Погнали! А почему не рейд написано, а налет? Ладно, сейчас подождите. О, господи! На! Ох, ёп! На! Арбалет отдавайте свой! Опа, чирик, оп! Где вы? Сюда идите! Еда! Сюда! Я здесь! Может, я не вижу? Чё, застрял? Так, первая волна закончена. Осталось еще 100 штук. Так, я хочу подняться наверх. Чё, издеваешься надо мной, что ли? Забираемся на крышу. Так, где? Откуда? А это, ребят. А кто нападать будет на меня? Я что-то не очень понял. Курица, ты дура. Кто на меня нападать будет, ребят? Я чё, рейд сломал, что ли, или чё? Не, ну типа, алло, пацаны. Да хватит орать. Ну, ребят, типа, это... Кого, мне курицу убить? Давайте убью вот так вот. Всё? Я не понимаю. Не, ну типа на деревню никто не нападает. Что мы в таком случае делать? Я что, наверху дебилы, что ли? Подождите, ща. Да ебаный театр, у меня нету времени падать куда-то. Если я упаду, я лох навечно. Если я сейчас упаду... Можете писать в комментариях то, что я лох. Если вы сейчас собаки наверху... Здравствуйте. Клям, аккуратней. Где? А! Так вы здесь? Так ты здесь? Ребят, ну так чё вы это? Вам чё, не перелезть, что ли? Да иди ты в задницу. Иди в задницу. Я тебя предупредил. Так. Где ещё? Остался ещё один. А где? Где еще один?
Где? Слышь? Да в смысле, так где? Пофиг на зомби. Где? Все не понимают, а походу будет серия, не знаю, минут 40 длится. Где вы все? Пошла новая волна. Так, 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 так. Ай, понял. Я вас понял. Ну нет. Да куда, дебил? Я видел там носорога. Потому что я когда бежал мимо, я видел там носорога. А носорог очень сильный. Слышь? Понял. Извините. Сюда иди. С одного удара. Фига себе. Сюда, давай, я готов, давай. Давай, давай, давай. Сюда, иди, давай. Чё, ты не допадаешь? Да куда ты меня бьёшь, дебил? На, на, на. На. Да иди ты в жопу. Фа! Я сейчас убью этими криперами сраными. Слышь? А. Не умею с арбалет стрелять. Да где? Так-то лучше. Все, вот сюда. Да ненавижу вас. С какой стороны вы сейчас придете? Сейчас с какой стороны? Просто интересно. Ждем. Ах, вот там, да? С вами еще ведьма, да? Ребят, ну я вам к это. Я к вам это. Пацаны, ну... Не, ну типа это смешно, просто взять и в стену вот так пялиться, да? Логично. Кошак! Ведьма, вот вы, пожалуйста, меня... Что убьют? Да где-то в жопу. О, пацаны. Пацаны, давайте это разберемся по-хорошему. Вот, один разобрался, теперь твоя очередь. 3, 2. А, ты сразу, да, вот так вот. Иди сюда. Не знаю, почему-то... Вроде бы для вас, наверное, рейд будет... выглядеть тяжело, но... Могу сказать, что-то легенькое. Потому что, ну... Может, это, конечно, еще только начало. Но мне что-то легко вообще. Хотя, может, и ору тут. А, кстати, оказывается, ведьмы, которые сюда приходят, они тоже за этих. Потому что я думал, почему же в прошлой волне я не могу не найти ни одного разбойника, а я решил убить ведьму. По звуку я услышу то, что здесь где-то есть заклинатель. Потому что вам звуки, наверное, не слышны, потому что я отключил. Но он здесь где-то есть. А вот где, у меня есть вопрос.
Вот он, сюда иди. На. На! Вредина! Да иди ты, знаешь куда? Очень далеко и очень глубоко. Знаешь что? Дайте мне выбраться. Там бессмертие, дайте просто и все. Вот так вот. Эти подраться, сейчас подеремся. Давайте, сюда идите. О, видели, какой я снайпер? Мобов остался еще один. Акти... Опять. И мне кажется, он там сейчас опять. Потому что они чаще всего вот здесь находятся. Пацан, ты жив там, нет? А где? Ну! А давайте рейд уже закончим, а? Потому что сейчас сервер реально на 40 минут будет. Просто разделится на 40 минут целых и все. А, вот ну ты где собака. Сюда иди. Пацан, чё ты ходишь, как молния Маквину? Лучше подойди сюда на свою верную смерть. Герой деревни. У меня что, бесконечный эффект, что ли? А ну-ка. Сейчас покушаем. А ну-ка, какую вы скидку мне сделаете сейчас? Не знаю, к нашему, опять же, этому картографу пойдем. А хотя давайте к фермеру. Просто посмотрим. Так, сюда, давай. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Эй, пацан, 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 пацан! Пацан, ну подожди, ну я знаю, у тебя шока, ну... Вместо 22 морковок 16 морковок. Вместо 6 тыков 5 тыков. Ну, даже не в скидках дело, а главное то, что я не бросил свою деревню, и я ее спас. Да, это может звучать тупо, но это мой первый рейд вообще в выживании. Потому что обычно я всегда играл в творческом и делал рейды. Что я могу сказать? Да ничего. Рейд был, конечно, прикольный, но легенький. Может, когда-нибудь я огорожу эту деревню стеной, и мы сделаем еще один рейд, только уже со златой. И она тоже получит бесконечный эффект героя деревни. Ну, а сейчас пора отправляться домой и заканчивать серию, потому что она уже длится 22 минуты. Идеально. 44 изумруда. И еще один тотем бессмертия. И, кстати, не знаю почему, но, короче, когда я убил ведьму, из нее выпала книжка на шипы 1. Я офигел. Реально офигел. Чуваки, у вас есть это... Что это за дерево? Короче, вы извините, я ваше дерево тут попорчу. Потому что мне оно нужно. Чем мне выложить-то? Так, вот сделаем сейчас. Верстачок сейчас возьмем. Сделаем сундучки. Так вот, сундучок мы поставим, наверное, вот сюда.
расположим все вот эти арбалеты, седла, книжку, зловещий вот этот флаг, железную кирку, железный нагрудник. Что еще? 50 стрел. Ну и вроде бы все. А, еще тут это железные штаны на огнеупорность 1, шип 1. И еще один железный нагрудник. Господи. Ну, а если тебе понравилась эта серия, поддержи ее лайком. Если ты еще не подписан, то подпишись. Напиши любой... Да. Напиши любой комментарий. Я каждый комментарий читаю. Мы в этой серии спасли деревню Трейда. Это замечательно, потому что рано или поздно я бы в любом случае сделал рейд. Но лучше раньше, чем позже. Ну, а вот что мы будем делать в следующей серии, я пока что не скажу. Скажу только тогда, когда она выйдет. Ну, а пока что... Покедова.